одна палка крутит восьмерку, там, допустим, по часовой стрелке, другая палка крутит восьмерку против часовой стрелки. Образуется огромный динамический вихрь, который вас растягивает в две стороны от центра. Таким образом, ваша структура протягивается, и если вы сумеете удерживать палки, а инерция очень сильная, то связки крепнут, мышцы становятся подготовленными, тело становится координированным. Итак, как это выглядит? У нас получается одна восьмерка в одну сторону, другая восьмерка в другую сторону. И как видите, я вес переношу с одной ноги на другую. Через всю структуру начинает это прорабатывать. Я могу восьмерку делать выше по оси, я могу выносить больше на перфилию, и затем я добавляю движение. Вращение, могу добавить это дрифт, да, но это все сложно на самом деле, потому что тело разрывает инерцию. Могу работать в оси, либо начинаю вес с одной ноги на другую переносить. Таким образом протягивается весь позвоночник. И то же самое в другую сторону. Лучше работать сразу симметрично. Можно плавно качать, можно плавно делать, можно делать это движение уже как схватка.